Доброе утро! С вами Попов Степан со свежей порцией детских новостей. Всем любителям приключений советую сходить на комедийный мультфильм «Побег с планеты Земля». Два брата, Скотч и Гарри, с планеты Баб, что в самом центре Вселенной, делают все возможное, чтобы защитить свою галактику. Приветствую! Мы получили ваш сигнал бедствия! Я не дам тебе умереть, приятель! Герои мультфильма совсем не похожи друг на друга. Если девиз одного «сила есть, ума не надо», то другой всегда поступает по принципу «сначала подумай, потом сделай». Что из этого выйдет, узнайте после просмотра. В самый женский день, 8 марта, любители театра могут посмотреть спектакль «Золушка». История не только о превращении домработницы в прекрасную принцессу, но и о противостоянии добра и зла. Всем известно, что в сказках всегда побеждает добро. А какая сила одержит победу на этот раз? Давайте узнаем 8 марта в 11 и 13 часов в Театре кукол. Папа, мама, я, культурная семья, Красноярский музей имени Сурикова приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей, весело используя провести выходные. Кроме познавательного путешествия по музею, вы сможете всей семьей поучаствовать в увлекательном квесте. У меня на сегодня все. Легкого вам понедельника и удачной недели. Пока!